Сегодня у нас 8 июля 2016 года. Вот ездили, встречали одного брата на машине. Нет, я его. Наконец-то доехал. А вы вот да. Приводили, чтобы Игорь мог... Да. Красивая машина. Что, малыш? Приехал. Не дождался? Ты охотный. А где тракторист? Все, дорогу я ему дам. Ты рассчитай, как он сразу. Да. Вон он, Игорь, вон. Где? Ты их притащил? Машина, а, да. А докуда ехал? До трассы? Да почти до трассы, это примерно 3 метра. Володя притащил его, звонит. Ну как, ну примерно хотя бы, горючий, все остальное. Конечно. 1000 стоит? Думаю, да. Да ему надо уберу. В сторонку, чтобы Игорь-то развернул. Жалко, мерено всего. Конечно, на такой машине какой там? Там даже говорить нечего. Регистрация или что-то? Городской, что говорить? Ну пошли. Пойдем обедать. А сигнализация, да не волит я это. Что, брат, это? Отказывать, наверное, да? Бампер не оторвали перед? Ну на чё? Да нет, это перед. Да, вот у нас идут, целую неделю идет дожди из этого. Дороги, черноземная земля, грязно все. Чтобы не повредился ребенок. На солнышке, говорит, ему плохо стало, он перегрелся, наверное, гостиха. Что? Что он говорит? На солнышке. Да, ну почти все уже, у него глаза твои темно, в обморок упал. Потому что мы обратили бы внимание. Попить дали ему попить? Попить дал. Воды. Может, с дороги отдохнуть надо там? Мы не, да, он там, в вагоне ехали, душно было там. Доверим, чтобы они это сделали. Мы на работу-то поедем, а они-то разберутся. Никуда одного не отпускать ни на шаг. Чтобы он отдохнул, попил, поел, и все будет нормально. Держи двумя руками, что это за мода? Так, во славу Божию. Молитесь, Роман, помолись там. Ложку сюда дай. А, есть?
Скажите, где сидеть там? Больше нет. А правило, смотри, какое. На кусочек не наклоняться за грань стола перпендикуляр, чтобы лицо туда не походило. Все. Вас Роман зовут. Что вы будете пить? Чай или компот? Компот. Вот сейчас он придет. Давайте хорошо. А это пришел дядя. Вот дядя Сережа. Я сейчас еще маленько скажу, встану. Где Сережа Ломов? Локти со стола убрать. Не надо. Друг другу подсказывайте. Так, постарайтесь обслуживать тоже без разговора. Новенькие, смотрите. Вот чашка. Ложку не брать в руки, пока не возьмешь кусочек. Сначала кусочек в левую руку. Ну так возьми, вот целый кусочек. Теперь подщепи и ложку поставь на кусочек, себе подноси. Оно никуда не прольется, ничего. Все. Если это не учить, положи хлеб. Уронишь его. Если это не, так не учить, человек никогда так есть не будет. А как едят? В чашку все. В Америке, в Англии, в Германии никто не учит. Все одинаково едят. Почему? Животные. Скотина. Василий Великий говорит, всякая скотина, собака, кошка, корова наклоняется к пище. А человек, он подносит к себе. Ты услышал это? И кем хочешь быть, скотиной или человеком? Я не закончил, значит, сказал, сколько охранников. А для чего это спросил? Сколько у Брежнева? У царя никого. Сейчас хлеба. Напугает, это Роман. Говори. Мы за... Да ничего, я за столом еще только пришли. Сейчас я побегу туда, поем ее. Ну ладно тогда. А что она должна там делать? Ну ладно, ладно, я забегу, а то не позвонил бы, я не взял ее. А ее нужен паспорт? Ну ладно, все. За столом мой. Ты можешь не разговаривать? Никто не разговаривает, молча. Подавай и тащи. Разговаривать совершенно не о чем. Галя. Вот посмотри, мальчик рядом сидит как. Он локти на столе и склонился в чашку. Я говорю, ноль внимания. Внимания никому вообще нету. Сядь прямо, правильно, отступись от стола. Чашку поставь подальше на столе. Отодвинь ее. Вот, понимаешь, его уже заедает. Видишь, какой норы. Отодвинь чашку подальше. Отодвинь ее на край стола. Вот отсюда черпай. Черпай, тебе не надо будет наклоняться. Значит, не ест, больше ничего не давать. Характер показывает. Возьми кусочек сначала в руку. В левую руку кусочек. Смотри, он даже не слышит. Левая рука, подними, возьми кусочек. На нее ложку поставь. Как трудно дается, с каким скрипом. Поставь на кусочек. А теперь ко рту подноси. Не наклоняйся, локоть убери со стола. Учится в школе просто... Не ложить локти, не склоняться. Не могут. Я вот это должен. Поскольку я прошу не разговаривать здесь. Ты что бубнишь? Я сказал не разговаривать. Я закончу, что дальше говорил. У царя Николая, которого считали очень таким строгим, охранников было сколько? Никита? Сколько? Один кучер. Никого нету, по России ехал один. Один, ни жандарма, никого нету. Как времена изменились. 1500 человек у Рейгана было, и покушение было. И вот он проезжает однажды через станционную станцию, там, где лошадей меняют. А у хозяина много ребятишек. И он говорит, как живешь? Да как живу? Плохо, не хватает.
он видит Евангелие. Новый Завет только что на славянском языке, видимо. И он спрашивает, а Евангелие-то считаете? Да, а что считаете? Деяния апостолов, первая глава. Он отвечает. Ну, царь отвернулся, постоял маленько, подал Евангелие и поехал. А он не знает, для чего он брал Евангелие. И когда он поехал, царь, он зашел и говорит, отобедал, дал побольше. Ну, царь, мог бы дать больше-то. Мне положено рубль, он дал 5 рублей. Ну, мог бы 50 дать. На царя, дескать, тоже жмот. И вот прошло 2 дня. Кто сейчас будет разговаривать, уйдет отсюда. Будет в пути сидеть запертый. Проходит дня 2-3, возвращается царь, заезжает и видит, так угрюмо его встречает смотритель. Царь не понял. Зашел, поздоровался и говорит, Евангелие-то считаете? Конечно, считаем. Но я как уехал, вы что прочитали? Да не, не апостол, я же сказал. 3 главу считаем. Он взял Евангелие, царь открыл, а там лежит несколько ассигнаций, на которые он может купить несколько коров, перестроить дом. И он не открывал его. И он открыл первое глядение апостола, а ассигнации, то есть деньги, так и лежат там, банковские счеты. Это уже потом кучер описывал. И он отвернулся в угол, стоит, и я вижу, говорит, как мелко задрожали его плечи. Заплакал. Лгут. Везде лгут. И здесь лгут. Вот что я увидел сегодня. Там, где каракетка лежит под ногами. А я не видел Степа. Он ее не видел. Лгут, везде лгут. Все лгут. А если бы вы лжи-то боялись, наша жизнь была бы другая. Сядь прямо. Толкни Максима, чтобы он не наклонялся. Сиди прямо, не крючком. Такая жадность к пище, прямо аж в чашку залазит с ногами. Yeah.